Санти совершил героический сейв, но к началу матча казалось, что ты как будто чуть был потерян. Да нет, не был такой же, как на все матчи, в принципе, был по готовности. Нет, все нормально. В начале тоже все нормально было. Очень долго, видишь, опять не было моментов. В целом у моих ворот один момент был всего. Ну, хорошо, что получилось выручить, соответственно, если бы не выручил, я думаю, что мы проиграли. Вот. Ну, в целом момент тоже сам себе сделал, можно было, наверное, на выходе сыграть. Но если бы сыграл, я бы, наверное, в премьер-лиге играл. Вот. А так, ну, по матчу, вот хочется сказать, что очень обидно. Я уверен, что мы должны были двушечку, как минимум, забивать, потому что, ну, гораздо больше мяч контролировали, по моим же ощущениям, опять же, без статистики, но по моим ощущениям мы играли лучше. Ты сегодня провел 90 минут, мне кажется, чуть ли не впервые. Почему не играл Федя? И ты вообще на весь турнир будешь основным? Ну, вроде как так сказали, да. А с чем связано? Ну, с тем, что соревновательный футбол. И ты сильнее, соответственно. Ну, тренер. Что, я не хочу этого говорить, это к тренерам, там, к вратарскому тренеру, не знаю. Вам